В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по-выборгски». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Что будет с набережной Салакалахте? В городском совете депутатов говорили о благоустройстве и возможности получить денежный сертификат. Усилят конструкции, обновят окна и лепнину. Ремонт дома на Ленина 8 ведется по графику. Карелия в гостях у Выборга. С уникальной культурой и традициями знакомились и дети, и взрослые. Чемодан детективов предстоит изучить юным любителям чтения. В библиотеках пройдет неделя детской книги. Проплыть 25 метров в ледяной воде. Выборгские моржи показали, на что способны на фестивале в Санкт-Петербурге. В Выборге отремонтируют фонтан у библиотеки Алвара Аалта и начнут проектировать набережную Салакалахте. Председатель комитета по благоустройству района администрации Алексей Туркин на заседании городского совета депутатов рассказал о планах на этот год. Подробности у наших корреспондентов. Выборг готовится к общегородским субботникам. Они начнутся уже 1 апреля. Традиционную весеннюю уборку проведут на общественных пространствах и воинских захоронениях. Присоединиться к команде 47 могут все жители. Также совместно с представителями своих управляющих компаний или ТСЖ желающие могут навести порядок на придомовых территориях и выиграть денежный сертификат на благоустройство двора в рамках конкурса. Мы традиционно в этом году также будем проводить конкурс «Субботник» для управляющих компаний ТСЖ с призовым фондом, где будем отмечать самых активных участников. Призовой фонд у нас 900 тысяч рублей, по 300 тысяч, соответственно, у нас в трех номинациях. В этом году организаторы конкурса выберут лучших в номинации «За пропаганду субботников» в интернете, самое большое количество участников и лучший результат по уборке и украшению двора. Желающие поучаствовать могут звонить по телефону 2-67-51. В планах по благоустройству на этот год Алексей Туркин назвал реконструкцию сада скульптур. Работы уже начались и продолжатся до 31 июля. Замену сетей и ремонт чаши фонтана у библиотеки Алвара Аалта. Проектирование и строительство объектов наружного освещения. К примеру, современные фонари появятся в новопоселковом тупике, на верхней поселковой улице и по другим адресам. Начнется разработка концепции набережной Салакалахте. Благоустройство территории в этом году запланировано рубежное 23-25. Окончание работ по Данилова 1 около детской площадки в виде газона и дорожки. Благоустройство участка на улице Крепостной напротив Выборг-Паласа, где аллея звезд, да, соответственно, там будет заменена плитка и сделано все в гранитном исполнении, чтобы это было выглядело все это достойно, подобающим тому месту. Весной комбинат благоустройства планирует посадить молодые деревья высотой около 4,5 метров в районе Южного кладбища, в сквере Победы, на Приморском шоссе за мемориалом «Танк», в сквере на улице Мира. С приходом тепла специалисты отдела озеленения начнут высаживать на клумбы цветочную рассаду и обработают зеленые зоны препаратами от клещей. Полный список объектов, подлежащих благоустройству, Совет депутатов города утвердит в мае на очередном заседании. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Трещина на фундаменте дома номер 8 на проспекте Ленина, встревожившая сотрудников супермаркета, расположенного здесь же, заделана и не представляет угрозы для здания. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика, проводящий капитальный ремонт. По его словам, работы проходят в установленные сроки. Чтобы убедиться в этом, в подвал спустилась и наша съемочная группа. Не опережаем, но и не опаздываем. Работы на объекте исторического наследия, доме номер 8 на проспекте Ленина, ведутся согласно запланированному графику. Сейчас строители трудятся на крыше и в подвале. Разрушенную кирпичную кладку заменяют свежими блоками. Проемы обшивают металлической обрешеткой. Это нужно для укрепления несущей конструкции. Усиливают подвальный потолок. Вот у нас балка, которую это старая, финская еще. Мы ее отпескоструили, загрунтовали. Вот. То есть вполне еще несущая способность на этой балке не ограничена. Заменены трубы водоснабжения и канализации. Рабочие разбирают многочисленные завалы строительного мусора, скопившегося здесь за десятилетия. Мы вот усиливаем проемы согласно проекта, который нам выдал заказчик «Главстройреставрация». То есть уголки у нас, перемычки –
заводим, обвариваем, оштукатуриваем. То есть, ну, все делаем по проекту, по чертежу. Канализацию мы тоже меняем, да, на этом доме. И лежаки отопления тоже меняем. ХВС, вода, ГВС, все делаем. Общая площадь подвала 1900 квадратных метров. Кое-где видны трещины. Но строителей они не пугают. Было бы странно, если бы их здесь не было, говорят специалисты. Дом построен больше века назад. Трещины, если мы их выявляем, мы их расшиваем, зачеканиваем, где-то делаем, ну, устройство новой кирпичной кладки делаем. То есть, ну, в принципе, работаем на все 100% по этому подвалу. Трещина сама по себе – это не ЧП, ничего, это просто надо обратить внимание, этот момент, ну, вопрос решить. То есть в данном случае отремонтировать. Мы занимаемся ремонтом этого здания. Окончание ремонта подвала запланировано на август. С наступлением тепла фронт работ расширится. Строители приступят к фасаду. Контролем занимается компания «Первый инженерный корпус». Все проемы, все перекрытия идут под усиление. Все стены идут под усиление, все колонны идут под усиление. И даже пол будет усиливаться. То есть здесь будет сплошной монолитный фундамент. Фундаментная плита. Что придаст надежности этому дому, ну, наверное, в два, а то и в три раза. Работы идут по плану, работы идут по графику. Замечаний критичных не выявлено. Мелкие замечания устраняются тут же. Это бригада строителей прям молодцы. Делают, знают, умеют. Работы ведутся и в подъезде. Сейчас со стен снимают слои старой краски. Обновлены будут и окна. Весь периметр винтовой лестницы украшает лепнина. Ее тоже будут реставрировать. Утраченные фрагменты восстановят. Строители обещают, что оценить проведенные работы жильцы дома смогут в конце текущего, начале следующего года. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Семьям участников специальной военной операции расскажут о положенных выплатах и льготах. Комитет по социальной защите населения Ленобласти организовал телефонную линию. Она работает по будням. Можно выяснить, какие необходимо собрать документы, как получить начисления или социальные услуги. На сегодня в регионе действует почти полсотни мер поддержки участников СВО и их близких. В числе прочего, члены семей участников спецоперации имеют право на льготный проезд в общественном транспорте и компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг. Обратиться за этими льготами могут семьи не только мобилизованных, но и добровольцев-контрактников. Аварийные деревья спилили на днях в Выборгском поселке по просьбе жителей. Липы и клены, посаженные возле дома еще в прошлом веке, настолько разрослись, что стали угрозой для здания и людей. За работами вместе с жильцами наблюдали и наши корреспонденты. День у Марины Рудиной выдался хлопотным. С обеда у ее дома работали парни с бензопилами. Удаляли опасно нависающие над крышей толстые ветки и спиливали аварийные деревья. Посаженные лет 100 назад липы и клены выросли, обзавелись огромными кронами, а со временем древесина прогнила. И появилась угроза, что стволы рухнут на деревянный многоквартирный дом. Вот это дерево, ясень, он обрывает провода вот этого дома, люди сидели без этого. Он и так ветки, вон у меня, посмотрите, там вот такие валяются. Ну, и вот мы боимся уже. У нас, видите, сгнили уже все, и я пошла. Это заявление пошло в ЖЭК наш, говорю, вот так и так, боимся, что снесет это все, весь дом. И дочка спит, и она говорит, я даже боюсь спать, ветра такие сейчас каждый день ветер. Ну вот, пошла, написала. По заявке Марины Ивановны началась работа. Правда, пришлось подождать. Процесс согласования сноса деревьев не такой уж и быстрый. Сначала специалисты их обследовали, чтобы понять, имеет ли смысл делать омолаживающую обрезку или просто взять и выпилить их под корень. Корневая система, она уходит под фундамент, получается. Это идет разрушение фундамента, это как бы опасно. Надо убирать вообще. Мы отправляли письмо от благоустройства города, но вот все-таки что-то прояснилось. Есть же какие-то нормы. Дерево должно находиться там, ну, в районе там, 15 метров, наверное, от фундамента здания вообще. Тут находится дерево, вы понимаете, да? Тут нет 15 метров. У деревьев, стволы которых здоровы, опилили крону, чтобы ветви не повредили здание. А пару аварийных снесли под корень. Как оказалось, проблема
проблема актуальна и для соседних домов. Их жильцы, увидев работы, интересовались, как инициировать вырубку прогнивших великанов. Если жильцы будут приходить чаще и оставлять свои заявления, мы хотя бы будем знать, что у них происходит. Потому что вы же понимаете, фонды большие, управляющие компании, всех домов не обойти. И нужно понимать вообще, что происходит вообще. Какие-то деревья там, я не знаю, прорвало трубу, потому что многие даже не пишут заявки. И не отправляют заявление. А как мы же не можем узнать? Мы рассматриваем сразу же. Я выхожу на адрес, получается, все это фотографирую. И потом уже все, мы нанимаем людей. В управляющей компании говорят, что жильцы домов – это главные помощники при обслуживании жилфонда. От их активности и неравнодушия зависит качество коммунальных услуг. Елена Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Горячая линия, посвященная профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, состоялась в районной администрации. На звонки отвечали психологи, врач-нарколог, специалист комитета образования, начальник подразделения по делам несовершеннолетних. По словам участников, просить помощи в сложной ситуации с детьми просто необходимо, так как очень важно не упустить драгоценное время. Самое главное, на что хотелось бы обратить внимание родителей, что если вдруг они заметили какие-то изменения в поведении своих детей, да, если их что-то настораживает, то не бояться обратиться за помощью к специалистам. Не думать о том, что все само пройдет, что ребенок перерастет. Пусть это будет так, но на всякий случай лучше обратиться к специалистам, чтобы они помогли выявить причину, почему это произошло. На горячую линию поступило около 10 звонков. Вопросы касались ношения школьной формы, нарушения общественного порядка в школе, общения подростков с сомнительными компаниями. Интересовали звонивших и другие темы. Например, причины агрессивного поведения ребенка и возможность получить психологическую помощь. Кроме того, родители хотят уберечь детей от употребления наркотических веществ. Надо быть осторожным уже с 12-летнего возраста. В 12 лет ребенок становится подростком. Пусть это младший подростковый возраст, но именно в этом возрасте начинается буря, которая происходит внутри организма нашего ребенка. И в этот момент он может заинтересоваться тем, чем не стоит заинтересоваться. Надо чаще общаться с ребенком, надо разговаривать с ним, объяснять, что такое табу. Должен быть у ребенка какой-то опорный пункт, которого нельзя перейти, который вот должен быть границей дозволенного. Все-таки должен быть. Специалисты подчеркивают, что консультационную помощь психолога можно получить в Выборгском центре социального обслуживания населения. Здесь работает семейная диспетчерская. Телефон 293-30. Родители будущих первоклассников посидят за партами и познакомятся с учителями. В Выборгском районе 25 марта пройдет единый день открытых дверей в образовательных учреждениях. В гимназии номер 11, в школах номер 10 и 12 мероприятие продлится с 12 до 13 часов. В остальных заведениях с 11 до 12. Директора и педагоги расскажут мамам и папам об учебных программах, об образовательных стандартах, о порядке подачи заявлений и зачисления детей в первые классы. Приемная кампания стартует уже 1 апреля. Уточнить, к какой школе относится адрес вашего проживания, можно в Комитете образования. Нормативные документы также размещены на портале «Современное образование Ленинградской области» и на сайте Комитета. В Выборге наслаждались звучанием кантели, знакомились с героями эпоса «Калевала» и примеряли народные карельские костюмы. Гостям из Петрозаводска удалось полностью погрузить зрителей в историю своего региона. Как старинный карельский музыкальный инструмент связан с речной рыбой и зачем на женскую одежду вешали колокольчики, вы узнаете из следующего репортажа. По версии карело-финского эпоса «Калевала», этот удивительный инструмент сотворил Вяйнемёйнин, и до сих пор музыканты извлекают из него чарующие звуки. О кантеле выборгским гимназистам рассказали гости из Петрозаводска. Это инструмент, история которого насчитывает более 3000 лет, по версии исследователей. Этот инструмент в старину считался сакральным инструментом, конечно, и он нес в себе магическую силу. Но я считаю, что он и сейчас волшебный. Кантеле в старину считалось инструментом, который гармонизирует пространство, отношения между людьми. Поэтому вот
это волшебство продолжается в современном мире. И это волшебство дети смогли ощутить на себе, прикоснувшись к кантеле и руками, и душой, как считают музыканты. С освоением так называемого певучего короба гимназисты справились успешно и делали это с большим удовольствием. Изначально кантеле представляла собой доску с натянутыми на нее 5 струнами. Сейчас существуют инструменты, струн на которых в несколько раз больше. Это современная кантеле, на нем 39 струн на данном. 39 струн, в 2 ряда расположен. Вы умеете и на 5 струнам играть, и на 39. По сюжету Калевалы первое кантеле было сделано из челюсти щуки. Этого водного персонажа золотыми маркерами и ручками предложили изобразить ученикам 37-й школы. Настолько увлекательным был рассказ о магических свойствах этой рыбы, что и нам захотелось нарисовать волшебную щуку в технике дудлинг. Это техника, которая позволяет даже тем ребятам, кто не умеет рисовать, создать свое произведение, используя большое количество разнообразных линий, узоров. Техника позволяет еще немножко расслабиться, помедитировать в наше вот такое непростое, быстрое время. В библиотеке Алвралта творческая программа продолжилась. В лекционном зале открыли выставку «Серебряная Калевала». Вновь выступили участники трио «Лейва», уже для новой публики. Презентовали исторические карельские костюмы. К примеру, в старину женские наряды декорировали металлическими украшениями, а кроме того множеством цепочек и бубенчиков или колокольчиков. Считалось, что одежда, издающая звуки, отгоняет злых духов. Расскажите, что за элементы карельского костюма на мне сейчас? На вас сейчас женский головной убор, который предполагает, чтобы закрыть голову, сохранить тепло женщины. Поэтому закрыта полностью макушка, закрыта шея, закрыта спина частично. Да? Это шаль, которая на вас, ну, ее можно закрепить вот здесь, обернув вокруг тела, завернув, можно закрепить фибулой. Председатель районного комитета по внешним связям и туризму Владимир Васильев отметил, что сотрудничество с Республикой Карелия продолжается с 2016 года, и каждый раз удается открывать новые направления взаимодействия. Проект «Поликультурные города», в рамках которого все и происходило, реализуется Карельским фондом развития общественной дипломатии. Основная идея такая, чтобы познакомить прежде всего школьников с особенностями культур наших регионов. То есть мы приезжаем к вам с карельской культурой, соответственно, затем в конце проекта, в сентябре месяце, мы ждем гостей из Выборга, Пскова, Великого Новгорода и Калининграда со своими программами у нас в Карелии и не только в Петрозаводске, но и еще в 4 городах республики. Так что выборжцев ждут с ответным визитом. Галина Давыдова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Книжкины именины начали отмечать в Выборге. Так называют неделю детской книги, которой исполняется 80 лет. Впервые в 1943 году мероприятие провел писатель Лев Кассиль. Для юных читателей эта встреча стала настоящим праздником. И уже в следующем году один день превратился в целую неделю. По традиции, библиотека на Рубежной, 18, подготовила множество мероприятий. В этом году мы решили ее посвятить 110-летнему юбилею Сергея Владимировича Михалкова, классика детской литературы. Именно наша библиотека подготовила такую программу к юбилею Михалкова. Мы приглашаем всех ребятишек на литературные часы, на часы творчества, на мастер-классы, чтобы они приходили и с пользой, и интересно, и весело проводили здесь свое время. Впервые в рамках недели детской книги на Рубежной, 18, можно будет пообщаться с современными писателями. Еленой Хрусталевой, Тамарой Крюковой и Евгенией Малинкиной. Их произведения есть в библиотеке. Это будет в формате онлайн. Ребята приходят к нам в библиотеку, и мы подключаемся по системе Zoom, где можно будет общаться, и авторы видят нас, и мы видим авторов. И также задаем им вопросы в онлайн-режиме. Узнать этих авторов поближе можно будет из интервью. Накануне каждой встречи в группе библиотеки во ВКонтакте появится информация. Мероприятия в рамках недели детской книги пройдут также в библиотеке Алвралта и в библиотеке на Спортивной 10.
Занятия зимним плаванием набирают все большую популярность. У этого вида спорта уже есть свои соревнования и фестивали. Клуб закаливания Московского района Санкт-Петербурга впервые организовал и провел Кубок Парка Победы. Такой праздник не могли пропустить выборгские моржи. Они отправились в северную столицу заявить о себе. Тему продолжит Виктория Иванова. Праздник весны и закаливания. Крепкие духом и телом люди встретили в проруби. Выборгская команда клуба «Пингвин» впервые приняла участие в фестивале моржей в Санкт-Петербурге. Там разыгрывали кубок Парка Победы. Место для заплывов здесь традиционное. Прорубь организована по всем правилам. Всего собралось 19 команд. Поддержать любителей холодных процедур пришли многочисленные зрители. Грандиозные события у нас происходят. Санкт-Петербург, Московский район, Парк Победы организовал огромный праздник для нас, моржей. Мы думали, что нас не так много, но посмотрите, сколько людей занимается своим здоровьем и этим видом спорта. Участникам предстояло проплыть 25 метров в ледяной воде на скорость и передать эстафету следующему товарищу по команде. Каково это в 25-метровой проруби? Вы знаете, все когда-то бывает первый раз. Самочувствие превосходно. В эстафете в составе команды «Пингвин» отличные результаты показал и наш корреспондент Владимир Кочетков. Помимо состязательной части команды, представили свои творческие номера. Тот, кто не решился на водные процедуры, наслаждался свежим воздухом в веселой компании. Все желающие могли испытать себя на прочность, стоя на гвоздях. Согревались участники и гости праздника танцами, кашей и горячим чаем. Виктория Иванова, Владимир Кочетков, Наталья Романова, медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть самые интересные материалы, а также то, что осталось за кадром, вы можете на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч!